Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяу, и сегодня я вам покажу уровни для Тирдаун. И начнем мы с моего уровня. Вот. Такой вот у меня уровень. Сейчас я вам покажу, что тут есть вообще. Вот такие вот объекты, это пропы, так сказать, которые мне в будущем пригодятся. Вот. Также дом, который я сделал, вот это тоже я уже делаю, как видите. Я его тут потихоньку делаю, чтобы он был адекватный. Вот видите, тут планочки. Каждый стоят, несколько блоков. Вот, идем. В общем, посмотрим, что у нас здесь. Тут такая вот квартирка большая. И на каждом этаже такая квартирка есть. Этот дом должен был быть двухподъездным, но по идее так должно было быть, но в итоге осталось так. То есть очень прикольные у меня здания, потому что вот видите, разрушаешь ты такой, и тут вот такие вот планки, то есть не можешь разрушить прям легко так. Тут пока что ничего нет, но в будущем, наверное, будет тоже что-то такое. Крыша тоже уже из камня сделана. Крышу я сделал, это было сложно, но все же сделал. Давайте поднимемся на крышу. Сейчас покажу, что там на крыше. Так, вот, мы на предпоследнем этаже, точнее, на самом последнем этаже. И вот, поднимаемся, тут вот такая вот штука, и мы на крышу попадаем. Вот, такую вот крышу прикольную. И вот тут так вот все выглядит, отсюда вот такой вот вид, не очень, конечно, но все же хоть какой-то вид тут. Вот, смотрите, тут все есть, проработаны уже ступеньки. То есть, вот. Там они полые. Если бы были полые, то было бы не очень. А так вообще прикольно. Следующий давайте уровень какой-нибудь покажу. Тут куча машин, всяких очень классных машин. Вот. Если кому-то интересно, почему у меня машина глючит, я не знаю, наверное, слишком быстро. Это не у вас видео, это именно машина, даже не игра. Итак, у нас такая РП-ситуация. Мы такие идем. И вот наша машина. Мы ее сейчас возьмем. И сейчас надо чуть отъехать. Ай, блин. Смотрите, кстати, машина не сломалась. А сломалась чуть-чуть другое. В общем, нам нужно собрать самые дорогие вещи с этой карты, чтобы их поместить, надо еще в грузовик. То есть мы сейчас будем искать всякие вещи классные и собирать. Так, то есть у нас уже сразу РП вот такое. Мы берем и так вот. Свариваем эту сетку, чтобы отлепить ее от нашего объекта. Вот аккуратненько сетку берем и убираем ее сюда. Продолжаем искать дорогие вещи. Так, угу. Так, тут стульчики, значит, у нас. А тут у нас может быть что-то дорогое, вот в этом доме. Нам нужно тут сюда, в этот дом, попасть незаметно. И аккуратно, главное. Опа. Блин, что за... Чуть-чуть заметно, но... но не важно. Так, вот, картина дорогая, явно. Блин, нет, дешевка. Угу. Тут где-то должен быть компьютер. Компьютер, он дорогой. Вот. Компьютер, принтер. Так, будем производить выгрузку товаров с этого места. И чтобы нам тут не мешалось ничего.
Надо сделать вот так. Все, идем теперь к машине. И нужно перепарковать ее вот тут. Как-то все не за очень заметно получается, но я думаю, никто не заметит. Так, вот, то есть у нас вот, вот такой вот автоматик, и мы его ложим. То есть, как мы его положили, он не сломался. Это самое главное. Если бы он сломался, было бы неприятно. А он не сломался, потому что он светится. Уложим его вот так вот. И будем опять забираться по коробочкам. Так, следующий это компьютер, он тоже вот такой вот дорогой. Вот также тут куча бумаги, такой вот А4 формата реально. Вот. И сам монитор это был. Еще вот такая вот компьютер сам. Вот он еще очень дорогой. Вот, аккуратно его надо. Блин, не сломался, ладно. Ой, что? Я не, не, я это что? Я просто грабить. Дальше у нас еще клавиатура, но она дешевая, но все же дорогая, чуть-чуть. Тоже стоит денег. Дальше мы идем сюда, и тут у нас есть всякие другие, конечно, станки, но мы их никак не сможем увезти. Сверху тут вроде ничего нет. Ладно. Прикроем гараж, чтобы никто не заметил. Опа. Так, идем к следующему. Пожалуй, сломаю замок вот так. И тут должно тоже, наверное, быть что-то дорогое. Больше вроде ничего нет. Но тут точно должно быть что-то дорогое, потому что там есть лаборатория на втором этаже, как раз вот тут. И по идее тут должно быть что-то очень стоящее. Вот. Опа. Так. Стульчики, шкафчики, может, что-то. Нет. Вот, самое дорогое. Это специальная лабораторная стойка. Сейчас мы ее заберем себе. Надо сделать маленькую дырочку тут. Не, вот пробирки какие-то дорогие тоже. Тут вон я вижу сразу химикаты дорогие. Я все же пока делал это ограбление, конечно же, изучал информацию. Поэтому так вот все. Забираем это. Главное, сейчас эти мешок случайно не открылись. Компьютер вывалился. Ну ё-моё. Ладно, у меня есть идея, как обезопасить комплектующие тут все. Отвали. Вот, можно это сюда же положить. Я думаю, теперь. Потому что тут довольно безопасно стало. И вряд ли что-то выпадет. О! Всё, машина... Уезжает наша. И ограбление, можно сказать, успешное вполне. Всё, уезжаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, думаю, на этом мы закончим, дорогие друзья, это видео. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, как всегда, да? Новые мои, да? Видео.
И вы новые, и видео будут новые. Конечно же. Так, может по Тернан, может по другим играм, кстати. Пишите, что за игры снять. Но не пишите, пожалуйста, какие-нибудь старые игры, потому что, ну, они как минимум не актуальны уже. Все, ладно, всем пока.